Всем привет! Хотел собрать для вас десятку умных часов стоимостью до $20. Ну, хороших моделей не так уж много, поэтому сегодня несколько устройств будут дороже. Все ссылки вы сможете найти в описании под видео. Ну а тех, кто примет участие в конкурсе, ждет шанс выиграть $50. Приятного просмотра! Xiaomi представила умные часы Halo LS01. Ключевыми особенностями новинки стали защита от пыли и влаги, автономность до 2 недель и очень доступный ценник. Halo LS01 являются точной копией Amazfit Bip. Габариты и разрешение также совпадают. Корпус часов выполнен из матового пластика. Ожидать более дорогих материалов не стоит, так как цена низкая. Размер экрана составляет 1,3 дюйма с IPS-технологией матрицы. Качество дисплея хорошее. Даже в солнечную погоду вы сможете увидеть информацию на часах. В LS01 есть встроенный пульсометр, трекер активности и функция мониторинга качества сна. Работает гаджет от аккумулятора емкостью 210 мАч. Автономность часов составляет 14 дней при умеренном использовании. В целом, в данных часах есть весь стандартный набор опций, как и в любых смарт-трекерах. Уведомления о звонках и сообщениях, подсчет пройденного пути и потраченных калорий, 9 спортивных режимов. Из минусов можно назвать маленький показатель водонепроницаемости IP68. Защита предусмотрена только во время дождя. Плавать в часах однозначно нельзя. Также нет информации о погоде, что не очень удобно. Сейчас вы сможете приобрести Halo LS01 по низкой цене, всего за $27. Фитнес-часы Lemfo ELF2. Одной из самых главных особенностей часов ELF2 является поддержка датчиков для измерения частоты сердечных сокращений, артериального давления и содержания кислорода в крови, а также сна. Они имеют круглую форму, похожую на Amazfit GTR, с корпусом из нержавеющей стали, кожаным сменным ремешком и круглым в 1,3 дюйма дисплеем. ELF2 использует материал экрана LTPS, который является более энергоэффективным, чем обычный экран IPS, и он более энергосберегающий. Дисплей очень яркий, хорошая контрастность и детализация. Кстати, Lemfo ELF2 защищены от воды согласно стандарту IP67. Вы можете мыть руки или находиться под дождем, но производитель не рекомендует купаться в бассейне. Смарт-часы оснащены процессором RTK8762C, со 128 мегабайтами оперативной памяти. Мы уже встречали этот энергосберегающий процессор в умных часах от таких производителей, как Xiaomi и Huawei. Lemfo оборудованы встроенным аккумулятором емкостью 240 мАч. Одного заряда хватает на 5 дней активного использования. ELF2 совместимы со смартфонами под управлением Android и iOS. Поддерживают беспроводное соединение Bluetooth 5.0. Теперь поговорим о функциях. Lemfo ELF2 считают шаги, калории, расстояние, время и дату. Вы также можете использовать будильник, таймер, секундомер, управлять камерой смартфона и получать уведомления, входящие звонки и сообщения. Что касается спортивных режимов, то их всего 5. Бег, езда на велосипеде, походы, велотренажеры, йога. Умные часы Lemfo ELF2 доступны на AliExpress за $50. Смарт-часы Blitzwolf BWHL1 от компании, которая славится хорошим качеством за приемлемые деньги. Дизайн часов очень похож на то, что предложили Apple и Xiaomi в своих часах. Корпус их выполнен из крепкого ABS-пластика и алюминия черного цвета. Ремешок силиконовый с бархатным покрытием типа Soft Touch. HL1 оснащены IPS-дисплеем диагональю в 1,3 дюйма, который прикрыт закаленным защитным стеклом с олеофобным покрытием. Экран довольно хороший и даже разрешение не слишком разочаровывает. Защита от попадания воды и частиц по стандарту IP68. Это позволит бегать с часами под дождем, принимать душ и купаться в водоемах. В часах вы можете отслеживать 8 спортивных режимов: прогулка, бег, велосипед, скакалка, баскетбол, футбол и плавание. Также они поддерживают большое количество дополнительных функций, таких как измерение артериального давления,
количество кислорода в крови, умный будильник, отслеживание сна, уведомления мессенджеров и приложений, таймер, секундомер, напоминание об активности и принятие входящих звонков. За автономную работу часов BlitzWolf отвечает аккумулятор емкостью 180 мАч. Полного заряда его хватает на 7-10 дней работы. Все зависит от частоты использования пульсометра, уровней яркости и так далее. Приобрести BlitzWolf BWHL1 можно при наличии $19. Умные часы D18. На AliExpress эта модель очень популярна из-за своей низкой стоимости в $10. Экран часов 1,3-дюймовый с разрешением 240 на 240 пикселей. Он яркий и на нем довольно отчетливо видно информацию. Часы целый день отслеживают вашу активность, считая пройденные шаги и рассчитывая количество потраченных калорий. Смарт-часы поддерживают мониторинг артериального давления, кислорода в крови и качества сна. Показатели эти не совсем реальные, ну а что вы хотели за такие-то деньги? Из других особенностей можно выделить наличие будильника и секундомера. При уведомлениях эти часы вибрируют. Защита от воды и пыли по стандарту IP67. На часы D18 могут попадать брызги, но плавать и принимать в них ванну категорически запрещено. Время работы часов составляет около 1-2 дней. Производятся они в разных цветах, и купить можно с дополнительным ремешком. Умные часы IWO 8 Lite – это смелый закос под Apple Watch. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, дисплей покрыт стеклом. Все выглядит очень даже пристойно. Элементы на правом торце один в один. Зубчатое колесико с красной окружностью, плоская кнопка и микрофон. Дисплей IPS с разрешением 240 на 240. В некоторых других источниках я встречал упоминание разрешения 320 на 320. Но по качеству изображения дисплей очень похож на AMOLED. Углы обзора отличные, цвета насыщенные. Прям действительно, смотрится очень достойно. Олеофобного покрытия у экрана нет, поэтому отпечатки будет собирать хорошо. Приложение выводится в стиле Apple Watch, но можно настроить отображение по 4 пиктограммы на экране. Уведомления приходят исправно, поддерживаются из любых приложений. Функциональность вполне стандартная. Время автономной работы зависит от сценария использования, но даже в самом обычном режиме эти часы требуют зарядки каждый день-два. Несмотря на то, что экран у них выключен и включается только от жеста или по кнопке. Продаются IWO 8 по скромной цене в $20. Умные часы Callme Sky 2. После Callme Sky 1, который имеет прочный спортивный дизайн, Callme разработала умные Callme Sky 2. Все еще спортивный, но на этот раз он имеет гораздо более простой и стильный дизайн, минималистический подход. Корпус очень тонкий, даже без физической кнопки на боку, она заменена на сенсор. Он также имеет силиконовый ремешок приятного качества, который удобно носить. В целом, корпус имеет класс защиты IP68 и доступен в черном, сером и розовом цветах. Смарт-вотч оснастили хорошим дисплеем, который защищен 2,5D стеклом. Часы оборудованы пульсометром, монитором артериального давления и кислорода в крови. Есть Sky 2 и мультиспортивный режим. Плавание, езда на велосипеде, бег-баскетбол, ходьба, бадминтон и скакалка. Устройство также имеет автоматический мониторинг сна, будильник, датчик движения и много других наворотов. Аккумулятор у Callme емкостью 150 мАч. Хватает примерно на 7 дней в обычном режиме. Стоимость Sky 2 начинается от $24. Smartwatch L8 – это часы, которые отвечают всем вашим потребностям, но по доступной цене. Сенсорный цветной TFT-дисплей с диагональю в 1,2 дюйма обеспечивает удобную навигацию в меню смарт-часов. Благодаря стеклу Gorilla Glass 3 дисплей надежно защищен от царапин и других механических повреждений. Устройство оснащено пульсометром, тонометром и датчиком кислорода, благодаря чему вы сможете избежать лишних нагрузок во время тренировок. В часах имеется вибромотор. На устройство могут приходить уведомления из различных мессенджеров. Функция мониторинга фаз сна позволит вам узнать, как часто вы просыпаетесь в течение ночи
а также составить наиболее подходящий график отдыха. Умные смарт-часы могут работать в нескольких режимах – ходьба, бег, подъем, футбол, велосипед и беговая дорожка. L8 оснащены корпусом с защитой от пыли и влаги IP68. Благодаря этому вы сможете мыть руки и принимать душ, не снимая часы с запястья. Встроенный аккумулятор емкостью 320 мАч обеспечивает до 7 дней постоянной работы на одном заряде. Среди минусов можно отметить следующие. Во-первых, мало различных циферблатов. Во-вторых, неточность в измерении пульса, кислорода и давления. И, наконец, немного слабовата вибрация часов. На данный момент на AliExpress они стоят $20. The Blaze Vibe 5 Pro. Прочные спортивные часы всего за $30. Vibe 5 Pro уже оборудован сенсорным экраном, а не только кнопками, как его меньший брат. Помимо этого, он по сути такой же, как базовый Vibe 5, но получил улучшение программного обеспечения. Корпус выполнен из сплава Drilling Carbon Coating плюс цинк, а ремешок доступен в TPU. Умные часы имеют 1,3-дюймовый цветной IPS-экран, защищенный сферическим минеральным стеклом с разрешением 240 на 240 пикселей. Встроенные 8 спортивных режимов, различные датчики, Vibe 5 Pro вдохновляют вас вставать и двигаться, отслеживая действия, такие как шаги, расстояние, потраченные калории и так далее. Прочный металлический корпус и защита от воды и пыли по стандарту IP67 позволяют использовать эти часы в любой ситуации. The Blaze 5 Pro способны сопрягаться как с Android, так и с iOS-устройствами. Учитывая простую оболочку функций и минимальное беспроводное количество подключений, гаджет способен проработать до 7 дней. Производится с разной расцветкой ремешков. Смарт-часы Lemfo N58. Еще встречаются под названием Randuing N58. Вполне прилично выглядящие часы. Металлический корпус, одна управляющая кнопка, на задней части контакты для зарядки, датчик пульса и два электрода типа для снятия ЭКГ. Для подключения часов и их настройки на смартфон нужно установить приложение Wear Heart. Оно есть в Google Play и iTunes Store. Экран не сенсорный. Все управление производится через механическую кнопку, которая имеет только два варианта действий – короткое и длинное нажатие. Кстати, сердечный ритм измеряют они вполне пристойно. Сравнивал с тонометром, причем и в нестандартных ситуациях. Получалось довольно точно. Разница была от 1 до 3 единиц. И это вполне нормально. А вот артериальное давление измеряет уже не так точно. Спортивных режимов немало, но в реальности часы нормально измеряют только шаги и пульс. Уровень водонепроницаемости IP67, а время работы около 7 дней. Продаются с разными ремешками, а их стоимость начинается от $38. Смарт-часы Sanbono S10+. Вобрали в себя сочетание классического дизайна и спортивного стиля, что придется по душе многим людям. Если мы рассмотрим основные преимущества часов, то стоит выделить следующие пункты. Защита от воды и пыли по стандарту IP68, поэтому можно не опасаться за состояние часов во время мытья рук или пробежки под дождем. Аккумулятор 200 мАч, который позволяет работать часам до 7 дней. Наличие 10 разнообразных спортивных режимов, которые уже успели оценить любители спорта и активного образа жизни. Функционал, позволяющий вести наблюдение за здоровьем, начиная от мониторинга сна и заканчивая отслеживанием сердечного ритма. А также возможность получать уведомления о звонках и сообщениях, что доступно сразу после сопряжения часов со смартфоном. Одним из немногих недостатков многие пользователи выделяют невозможность синхронизации модели S10+ с погодой, что было доступно в модели без приставки «плюс». При этом явным минусом является невозможность управления музыкой с часов. Но стоимость в $28 нивелирует данные недостатки.